Надоело все. Формалы, неформалы, проститутки, наркоманы. Я сижу дома, а мне по телевизору каким быть комсомолом. Я не знаю, каким ему быть. Когда я был в комсомоле, я только членские взносы платил. А если так, то можно сказать, что все мы состоим в партии, которая называется подоходный налог. И с гордостью именовать себя подоходно-наложники. Надоело все. Сталинисты, националисты, кинематографисты эти, порнографисты. Газету откроешь, Иванов взял семейный подряд на свиноферму. Но все коровы у него сдохли. Так держать, молодец Иванов. Содержание преступников должно быть более гуманным, потому что половину из них осудили неправильно. В Воронеже приземлилась летающая тарелка. Из нее вышли инопланетяне. Но увидев, как мы живем, улетели все к чертовой матери. На соревнованиях в Ницце наш спортсмен взял почетный кубок. А когда хотели отнять, заорал: «Нет, я здесь без валюты с голоду подохну». Под Владивостоком столкнулись поезд с пароходом. На место катастрофы вылетела правительственная комиссия. Но долетит ли она, черт ее знает. Депутат Н заявляет, что если каждому крестьянину дать по лошади, а каждому председателю по морде, то хлеба у нас будет столько, что все канадцы от удивления подавятся. Надоело все. А ведь хочется так мало, хочется жить и работать, получать за это нормальные деньги, покупать на них жене и детям что-то приятное. Хочется спокойно ходить по улицам, а в кино, в театре и на эстраде радоваться уму, смелости и таланту. Хочется жить.